Дальше, 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 дальше. Ну, срезай уже. Куда, куда дальше? Чуть-чуть надо было больше отступить, вот такой пенечек. А наоборот, мне сказали, пенечки не нужны. Под самый корень? Ну, не знаю. Руш, что-то мне кажется. Вот, смотри, пенечек чуть-чуть. А, ну хватит, я просто не видно издалека. Всем привет. Всем привет. Погода сегодня классная, петухи поют. На дворе весело. Весна. Сегодня перестирала Рушана робу. Кстати, ты что, видел? Уже высохла? Ну, она подсыхает уже. А это на выброс. Это я прожег паяльником. В смысле, выбросишь штаны? Да. А тебе все равно они не нравятся. Ты говоришь, у меня в них ноги худые. Ну что, работа, до работы пойдет. Ты же сейчас вот этим с ним занимаешься, этой сваркой. Ну да. Один фиг испортишь нормальные штаны. Пусть, как говорится, не на попе же продыряю прожог. Ну да. Сейчас мне немножко ветки, которые внутри, они потом будут мешать. Знаешь, что я боюсь прищемить тебе палец? Ну, аккуратнее надо. Вот эти нижние тоже срезай. Вот эти? Да, это поросни какие-то. Да, такие страшные, да? Ты их сам их срежешь уж. Кстати, они как от какого-то красного яблока, потому что видишь красные это, стволы. Странно, да? Вообще, что только не растет здесь. Что только не лезет. Что, я думаю, все. Вот хватит. Еще две ветки вовнутрь растут. Вот эти? Да. Что их жалко, Руш. Срезай, срезай. Давай хотя бы одну из. Из-за этих веток потом плодов не будет. Срезай. А мне кажется, на этих. Я тебе говорю, срезай, блин. Опа! Нормально. Я не могу. А эти веточки кроликам. Ну, да. Они тебе спасибо скажут. Скажут спасибо. Нэнси, засраныш. Ты почему прям здесь кикаешь? Скажи, а где мне кикать? Где жопа захотела, там и кикаю. Иди сейчас и убирать, блин. Вот третья кучка, но она уже высохла. Нэнси, закапывать. Кошки же закапывают. Ну, а чем она тебя закопает? Надо, здесь же полно места, где можно закопать. Ну да, конечно, в песке у меня, допустим, да? Да, в песок там вообще я молчу. Что у тебя в песке творится? Ага, вон вверх пошла. Вот ты как раз рукой взялась? Нет. Вот только, да, вот это убирай. Вот это? Да. Я тебя научу обрезку делать. Вот смотри, ветка, видишь, вот она идет. Вот, видишь, пошла. Вот, одна, это вовнутрь идет, а это сюда идет. Вот эту обрезаешь, а эта, которая, она дальше пойдет, даст расти. Вот так. Учитель, блин. Вот все ветки, которые вовнутрь растут, их срезаешь. И даешь именно, формулируешь дерево. Вот это тоже? Это убирай, конечно, это же будет ветка вовнутрь идти. Так все, там внутри будет все пусто, она будет сюда валиться. Она не будет валиться, она крону создаст. Что, все получается? А это? Да? Это туда уходит, да. Ну, туда получается. Я бы вот эту еще убрал бы, но в принципе вот ее это? Можно... Нет, вот которую ты рядом отрезала, большая. Вот это? Да, но ее в принципе... А она, видишь, сюда уходит. Можно форму придать, да, ей. Не мешает. Ты вон-то уберешь? Давай, сейчас обрежу. Да это уже много, давай я положу. А ты той дала? Дала. Всем дала. Сюда положу сверху, да и все, и пусть лежит на следующий раз. Сегодня уже 11, завтра уже 12, так что готовимся к родам. Не знаю, что получится. Смотрите. Уже... Блин, тихо. Внизу она себе сделала. Не покажу сейчас. Видно, нет, не знаю. Ну, короче, готовимся. Воду проверяем, чтобы всегда была вода. Чтобы она была свежая. Вот видите, воды полно, комбикорм есть, сено есть. Давай, на, сюда тебе еще. Так, что такое, голуби? Куда-то поулетали. На тебе еще сюда, на. Держи. Летает.
А, там кот ходит, поэтому они гавкают, да? Патриот. Ой, как красиво он летает. Я не могу за ним угнаться. Не могу, потеряла. Летят, и потом падают почему-то. Я сперва не понимала. Говорю, Рушан, он какой-то аник, кружится, кувыркается. Красиво. Патриот, ну чё такое? Кого ты там увидел, не пойму. Где, кто? Кошек нету, нет, никого нет. Чё за безобразие? Так. Надо будет золу собрать. Золу надо сегодня собрать во что-то, а во что не знаю. Рушан ремонтом занимается. Так, все девчонки разбежались. Так, одно, второе, третье, четвертое. Яйца чистые. Как сено положили, так яйца чистые стали. Так, четыре уже. Нэнси, она пришла сюда свои дела делать. Ну ты нашла, где этим заниматься. Ну честное слово, ну Нэнси, ну давай. Его видно? Это кошка. Это кошка, это не собака. Лазит постоянно, да, так лазит. Научился. Да, научился, все. Теперь можно говорить ко мне, и он сам будет залазить, как кошка. Ай, ты мой зайка. Так, давайте еще раз проэкспериментируем. Ты мой зайчка. Научился же, а? Не сдаемся. Смотри, запомнил. Иди ко мне, иди ко мне, мой мальчик, иди, ты мой здесь уже, да, ой, ты хороший. Всем добрый вечер. Салют. У нас, короче, здесь на ночь глядя решили прогуляться немножко. Мы сегодня все в работе были. Да? Чё-то? Я говорю, мы сегодня все в работе были. Мы сегодня в стройке, мы сегодня в доме. Весь день провозились в доме с этими полами там. Проверяли все там. Сегодня у нас... Вроде бы, да, кажется, ничего не сделали, а столько времени потратили. Не, еще вру, мы еще сегодня к Антимай ездили в гости, посидели там, чай попили. С Антимай, с Юрой. Ну, в основном, я говорю, мы сегодня... Ну, это к вечеру было. Мы... Ну потому что там работали. Такая работа, понимаешь, она мелочная. Все-таки нужно сделать, чтобы это до холодов быстренько все запустить. Там холода все это... у нас уже завтра, послезавтра. Да, поэтому вот и приходится так это в темпе. А там мелочно, там спаяешь, вот. Тут спаяешь. У нас закончился газ. Да. У нас бензин, колонка. И у нас горит. Заканчивается бензин, запас хода на 6 килограмм. У нас есть с собой это, колонка. Колонка? Канистра? Канистра, да. Да, канистра у нас с собой, мы сейчас едем. У нас запас хода на 6 километров. А как сказать, до, как 6? До Краснодара до Павловска 10. Вот, поэтому у нас сейчас самое Рушан, интересное. Рушан, на телефоне у меня нет денег. Ничего, будем показывает это показывает 12. А она сейчас меняется, потому что это. Ну я только что видела 6, да, 6, сейчас опять да. 12 показывает. Знаешь, у нас после того, как мы в Казахстане встали без казахских денег и без газа и без бензина с одной канистры, я думаю, нам ничего не страшно. Да. Ну, надеюсь. Доедем. Так что нормально. Мы сейчас, да, нам надо в Павловску съездить. Кое-что надо будет взять и заправиться. Ну, мы знали, в принципе, что у нас вот-вот уже садится, потому что мы сегодня тоже ездили туда-сюда. Просто покупали. Ради одного этого, чтобы заправиться, ехать не вариант, поэтому мы дали. Тихо, собачка. Мы с ней просто ездили, там тоже заканчивались какие-то, какой-то материал вот для труб, когда спаивает там Рушан, вот это вот все моменты.
заканчивалось вот это вот. И мы туда-сюда, мы сегодня это ездили в Сороку сюда к нам и докупали. Мы, я не знаю, раз, наверное, 10 ездили. Ну да, там того не хватит, не хватит. Алло. Она бывает закосячит, там выходи, раз, короче, это спаял, и там буквально чуть-чуть это, ага, не допаял, давай. И приходится деталь менять. Вот, и, короче, накатались, а потом смотрим, бензин заканчивается, это все, думаю, сейчас вот-вот должен газ закончиться. И Рушан говорит, сейчас уже под вечер, говорит, поехали, съездим, заправимся, нужно нам еще там заехать к одним людям, они попросили тоже там помочь им. О, 6, Руш, опять мне эта цифра не нравится, 6. Ну, сейчас будем это... И в магазин зайду там как раз по пути рядом светофор. С их домом. Вот, нужно будет в светофор зайти, кое-что взять, купить тогда. Что делать-то? Надеюсь, доедем. Ну, доедем, конечно. Так что не влог доедем, сегодня... дотолкаем. Так что влог сегодня мы не снимали, не получилось. Не успевали. Я пока быстро животных там покормила. Было не до камеры, если честно. Вот, пока поесть надо было приготовить. Пока же Кристина где-то по дороге сейчас идет аккуратно. Вот она, по-моему. Нет? Она. Сдались. На ходу прям запрыгиваем. Прыгай. Чтобы не заглохло. Какой пилот? Пилот. Там, наверху. Самолет. В самолете. Нет, пилот. Тори, всем привет. Привет. Я принесла вам крупы. Там, да? И кости. Да, сейчас времена тяжелые, поэтому приходится подкармливать нас крупами, костями. На костях бульончик сварим, крупы запарим и нормально. Тем более сейчас, если застрянем где-нибудь посреди. Ну да, кости погрызем. Не, это что это? Не, по дороге поедем однозначно. Ну понятное дело, по дороге. Тогда тянули. 6 километров, а до Павловска 10. Толкать по асфальту куда легче, чем по дороге. Руша, не смешно. Что ты, просто так, что ли, Кристину взяли? Ладно. И мы видим заправку. Наконец-то. Дотянули. 44-45. Что самое интересное, выехали было 6, а приехали уже 7. Прибавилось. Короче, здесь ходит полиция. Я, видите, маску забыла в машине. Не одела. Ко мне охранник подбегает, говорит, полиция ходит, проверяет, да, маску, говорит, оденьте, пожалуйста. Просто Дианка с ней услышала, что сняли масочный режим. Чечне сняли. Она про Чечню не услышала. Юра рассказывала. И такая свободно заходит. Мы ей говорим маску. Она говорит, сняли масочный режим. Сейчас вот так вот я пройду и заново покажу немножко, где приду. Там, думаю, видно. Там за нами, сзади. Сейчас за нами. Если Рушан, конечно, там не загораживает. Вон там их, наверное, там трое, четверо, пятеро стоят. К парнишкам что-то прикопались там. Они, блин. Это где в масках? Хотя они в масках были, не знаю, что к ним пристали. Давай так что... Вкусненькое. Сейчас посмотрим что-нибудь вкусненькое. А все. Вот Катя мне показывала такие конфеты в Германии. Ходила в русский магазин и купила, говорит, такие конфеты. Так у них патч. Ну, это вкусные? Это карамель шоколадный. Не, я не люблю карамель в шоколаде. Что бы взять к чаю? Вот, смотри. Я люблю вот этот вот. Шоколадный люблю. Кекс. Вот. Кощей пломба. Ириски, что ли? Ага. Пойдемте, чуть-чуть чай возьмем, все, и домой поедем. Мы уже сходили куда надо, и в гости, и заправились. Скажи, если будет ужин холостячки. Вы ужин холостячки, можешь не показывать. Вот. Я предлагала, там баночки борщ продается, она не хочет. А я борщ не ем. Там есть гороховый суп. Ну ладно. А, не хочешь зефир заморозить? Я не люблю зефир. Заморозить. Говорят, ничего вкуснее замороженного зефира нету. Кто стал замораживать зефир и есть, обычно зефир после этого не едят. Ни разу не пробовала.
А зефир самый я не могу сделать. О, можно вот смотреть, попробовать. Пишет, или кто-то подешевле. Давай плачу, попробуем. Я говорю, не могу понять, кто там не пишет, или кто-то расплачивается. Это про Филиппи. О, видишь? Слышу. О, я предлагаю тут печеньки взять. Печенье сахарное. Давай возьмем, Руш? Давай. Ты у меня вообще спокойно ко всему относишься. Главное, чтобы Рушан это, все ест. Главное, чтобы это было не, это не крекер. Да. Но Рушан любит еще вафли. Ну вот, я здесь я не хочу. Здесь мне не нравится вафли. Мне в Пятерочке нравится коробка. Не в Пятерочке. А! Вот эта коробка молочная, сливочная, которая? Да. Сливочная. Это не то. Чё, ты будешь себе что-нибудь брать? Да, не могу определиться. Да, трудно определиться. Кристина, смотри, хотя они мимо меня прошли, я была без маски. А я тебе говорю, не поворачивайся. Сзади все казаки шли. Казаки, да? Угу. А ты взяла, повернулась. А я уже боком стояла, ну а чё мне, куда деваться? Ты только еще громко крикнула, не поворачивайся, конечно. Они услышали это. Да. Не хочешь, повернешься. Это знаешь, когда говорят, не ходи в лес, говорит, там тебя приключения ждут. Как, говорит, не ходить, говорит, они меня ждут, а я не пойду, да? Так же это, говорит, не поворачивайся. И после этих слов это шея сама выворачивается. Тоже хочешь? Что такое? Восточные сладости. Да нет. Такой не очень. Я буду. Вот если вот эти вот чак-чак. Нет, просто он может и не свежий быть, и видишь, какой-то он такой темный. Я люблю прям такой золотистый, красивый. А, вот чак-чак. Маленький, я люблю чак-чак. Теперь, говорит, подумаю. Этого больше. Подешевле. Правильно. Ну что, все, Кристин, поехали домой. Все, Руш, все взяли. Все взяли. Пойдем. Пойдем. Мы что, застряли? Весело, весело, встретим Новый год. Короче, видео сегодня не будет. Да как не будет, будет. Рушан решил налево свернуть. Рушан, налево сворачивать. Очень плохая привычка. А есть или чем кто там верит в пример? Сейчас скажет опять Кристин. Думает. Слушай, тихо, 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 вы это. Скажи, это уже не шутки, мы да? Это не шутки. По сценарию было. Рушана, здесь волки ходят? Я не знаю. Кстати, где-то на этих полях же на мужика напали волки. Я не пойду толкать. Потому я тоже что не подо пойду. Мной лужа. А не то, что подо мной лужа, я боюсь там, блин, волков. Вы что, прикалываетесь? Нет, там, Рушан, темнота. Я все понимаю. Я Дерек дома. А у меня это, пилотик, Рушан. Я говорила, пилота бери с собой. И что бы сейчас мы здесь с ним делали? Он бы в туалет захотел. А что поесть с ним за собой? Рушан, мы сейчас еще сильнее закопаемся. Ну а ничего, мне как-то выезжать надо же. Зачем все свернул? Ну я хотел этот не ехать по асфальту, хотел объехать. Янка. А, вылез на сколько? Я не знаю, еще кого знаю. Просто еды мы не знаем, добавлю. Ничего не видно. Темнота вокруг. Это фонарик, подожди, Руша, я посмотрю, что там под колесом говорит. Не буксуй, то я сейчас знаю. А я здесь не буду, Море, море. Че, все море? О, я не толкаю. Так, звоним к Саше. Ага, к Саше тебе. Тут берет компас и... Компас. Компас. Компас и идет. Где там находимся? Севернее, там, южнее, севернее. Надо было сюда свернуть кому-то, а? Да надо было этот, не твой страх не этот, то, что ты начинаешь нервничать, я ехал на газу и... А вообще-то, здесь. Дорогой мой муж, я слова не сказала, когда ты ехал. Я уже понимал, что ты сейчас будешь это... Вот, все, теперь оказывается я виновата. Оказывается, что говно снилось не в деньгах, а в том, что мы окажемся в полной жопе. Что предлагаете? В этом году мы уже второй раз застреваем, представляете? А там Рушан реально будет подкалывать под колеса что-то, потому что мы кушаем. Да, там вода. Руш, просто мы сейчас еще... Поцепли, да, если можно будет упасть.
запутаться, не замерзнем. Это не это, это чуть Лене. Ну, думаю, чуть Лена нас поймет. Подарок. Кто поблизости живет? А, мы же не сможем. Мы в поле. Кто поблизости живет? Зайцы, волки, блин. Вот, а то хомячков сможем увидеть. Раз ночью. Крушак, пожалуйста, и пойди. Ну как мы вылезли? Давай, Руш. Давай, 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 раскачиваем еще. Мы с вами, только помогаем. Сына, давай. Качели же раскачиваемся. Да, 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 давай, раскачиваемся. И раз. Это самое главное соблюдать это. Нет, Руша, мы получаем. В один темп. Вот, 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 раскачиваем. Раскачиваем. Это тоже толкай, видишь, как я толкаю. Толкаю. И толкаем. И еще, 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 еще. Сейчас выйдем. Кристина, видишь, как я толкаю? Давай тоже так. Раскачиваем машину. Еще. У нас здесь свет, короче, горит. Со стороны это вообще, наверное, смотрится не очень приятно. Блин, не могу. Давай. Рушан, давай. Мамочка, Рушан. Тихо. Че, Кристина? Вы что за фонтан думаете? Капец у нас. Давай. Фу! Ой, блин. Вышли. Рушан, любитель возить по каким-то странным дорогам. Вот он куда-то свернул непонятно куда. Дорога была прямо домой, прямо. Ты зачем? Видишь, она такая кривая была, там кидала вправо, влево. Так я смотрю, здесь тоже не лучше. Сейчас я хочу выехать, попробовать это. В смысле попробовать? На дорогу выехать. Тоже попробовал один раз. Ага. Вот экстремал, блин. Вот я ему сколько раз говорила, хочешь экстрима, езжай один. Меня не надо брать. Вот так в магазин страшно съездить. Езжай, все равно же потом пойдешь и поискать, я тебя знаю. Ну, вытаскивать придется, конечно, идти куда деваться-то. Так, что-то у меня сейчас стекло запотело. Кто-то испугался, видимо, это на... Я сказала, выключи камеру, сейчас что-то будет. Навздёхал здесь, и у меня стекла запотели. Да, ладно. Кто пил? Так ты определись, пил, не пил. Смотрите, как деревья падают. Куда мы едем? Рушан, ты реально не знаешь, куда мы едем? Ну, если честно, пока нет. Рушан, есть там тупик? Обратно уже нельзя. Развернемся и это... Просто надо на скорости там пролететь и все. Чего? Короче, мы вышли с Кристиной с машины, но мы сейчас находимся на трассе. Все, вышли. Почему? Потому что это просто нереально. Что Рушан творит? Экстремал, блин. Он реально, блин, экстремал. Просто вообще, не знаю. Нервы любит делать. Вы просто это... Сейчас темно, вы бы просто видели, на какой склон он сейчас поднимался. На дорогу вверх. Ничего не высохло. Каша везде. И чего ты не это пугаешь чего? Меня, блин? Стою, жду. Чего ждешь? Мы идем по дороге. Чисто там? Чисто. Я с тобой больше никуда Рушан не поеду. Чего? Ничего, Рушан. Самое главное результат. Все, давайте конечно. Это, все тихо, давайте не будем. Все, мы же выехали, Рушан, все хорошо. Все тихо, Рушан, не надо, не заводи. Купили печенье сахарное. Хлеб был только такой. И зефир. Сыр. Молоко. Чего такая недовольная? Все. Это обиделась, да, на меня, значит? Нет. Перенервничала немножко от поездки. Ну, мы же дома, выбрали, все хорошо. Вот. Такие покупки. Ну, улыбнись.
Знаете, мы когда машину выбирали, она первая, допустим, которая ей попала в глаза, это была Нива. На таких грязевых колесах, огромных, больших. Вот, с багажником экспедиционным, в камуфляжном цвете. Она говорит, давай такую, давай такую. Вот, я думаю, блин, человек экстрим ждет, любит. А вот, стоит один раз застрять, перенервничать, и все, настроение упало. Вот так выглядит наш Патрик. Ох, он таким еще никогда не был. Вот так мы прокатились. Диана там лепешки жарит. Я вот решил вам показать. Красота! Последняя лепешка с чаем готова. Лепешки на кефире такие пышненькие получились. Ой. Вот супер. Так. Наверное, в тумане, да? Нет, зато пахнет вкусно. Нам, если честно, сейчас здесь вот такой вот жарить, готовить, это просто захотелось кое-кому. Не вариант готовить, так как у нас здесь вещи.